есть лосось. Скажите, почему некоторые люди не могут слушать такую музыку? Я, честно говоря, не знаю. Я слышал, что некоторые люди не умеют строить стену звука у себя в голове. А эта стена, это не поток? Да, это стена звука. Да? Они крушатся и повреждают их башечок. Thank you.
сета я перестала отличать все звуки от содержимого своей головы. Я даже не заметила, когда он начался. Я словила себя на мысли, нужно пойти и выйти прогуляться, пока не началось. И потом я поняла, что я уже некоторое время слушаю музыку. А вот сейчас ты слушаешь музыку? Если подумать, то да, оттуда происходят какие-то звуки. Почему некоторые люди не могут слушать такую музыку? Потому что они некоторые. Ну почему? Если так душевно ответить, то лучше помолчать. А если логически, то люди не могут, потому что они недооценивают возможности своих межполушарных связей.